и пускаемся здесь во время стихотворения. Сколько, наверное, творцов, да, вот такого большого произведения, столько и линий. Но для меня была очень важная мысль, важна и остается, это почему мы не можем принять конечность, если это настолько очевидный факт. И нам приходится все время думать о том, а что же будет, когда я умру. Что же будет, когда... Как это так? Это мир без меня. Как это мир без меня? За что мы боремся? Мы там работаем. Мы куда-то там хватаемся за отношения, за идеи. А потом все раз и заканчивается. Это как бы обесценивает смерть всю нашу вот эту жизненную действительность сансарную. Да? Или нет? Или все-таки она придает какой-то смысл? Вот эта божественная природа, да, которую элевсинцы в себе искали, которую мы там, не знаю, через одного все-таки тоже ищем. Мне кажется, вот обнаружение ее и является победой над страхом смерти. Но как достичь, да, какими способами? И тут мы возвращаемся к мистерии, как раз к ритуалу, в котором эти люди провели несколько тысяч лет. А мы просто вот в таком... подныривая, выныривая, искали их способы существования. Как и в каждом древнегреческом мифе, апелляция к очень глубинным, иногда сложно выявляемым архетипам. Мы понимаем, что Персефона — богиня весны, и получается, что если весна не наступает, то все погибает. Тема Персефоны для меня — это становление личности, тема взросления, тема предопределения своего пути и тема резкой смены всего, что у тебя было. Тебе приходится делать выбор, и ты делаешь этот выбор в сторону служения, в сторону преодоления и в сторону очень глубинного познания своей истинной природы. Я вдруг поняла, что это мне очень лично знакомая история, потому что мы с мамой очень близки были всегда. И только в момент, когда я уже уехала учиться и теперь уже вот работать в другой город, я стала вообще самостоятельно что-то делать в своей жизни. И вдруг я осознала, что вот сейчас идет последний этап вот этого отделения от материнского поля, и понимаю, что детство для меня закончилось, и я вступаю в свою зрелость. Готовы? Свет! Продых! Помните,
когда-то был в другой жизни. Я попросил, вяжу через продыха, через свежего кислорода в ноты. А сейчас вяжу мертвые ноты. Сульфиато и но мощные. Раз, два, три. Когда впервые я попробовала прочитать текст еще пока с партитурой, с оркестром и с Теодором, когда он дирижировал, это было, ну, такое внезапное решение. Теодор просто попросил меня прийти и попробовать. Я помню, как меня колошматило от осознавания масштаба этого произведения, от масштаба Стравинского, от, опять же, масштаба греческой мифологии, на основе которой написана эта история, и от масштаба, конечно, Теодора Курендиса и то, как он это слышит, как он это интерпретирует. И вот этот масштаб, он очень сильно вдохновляет, во-первых, а во-вторых, очень сильно пугает. И когда я поняла, что у меня 14 сегментов, и только один из них хор, 54 человека, а другой сегмент — это хор детский, 41 человек. Поэтому представить себе до конца, что это будет, было достаточно сложно. И многие вещи делались отдельно друг от друга. То есть пришлось в этот раз составить такую карту местности и придумать некий пазл. Но мы изначально хотели создать какой-то природный ландшафт. То есть речь шла о том, что это должна быть, так как мы все время говорим о единении с природой, люди поют о единении с природой, о том, как важно, да, чтобы все циклы приходили в свое время и ничто не сбивалось в природе, потому что человек очень сильно страдает, да, если природа сбивается или сбивается ее ритм. И важен был природный ландшафт. Мы немножко ориентировались на картины Брейгеля, да, когда у тебя есть огромная, далекая перспектива, и на всех слоях этих перспектив, что этой перспективы что-то происходит, что создает единый смысл, единую картину, единое ощущение. Нам нужно было композиционно выстроить это заранее таким образом, что люди знают, куда им прийти, и они располагаются так, что мы видим остальных, которые за ними, за ними, за ними. И Настя Пешкова в этом смысле, конечно, потрясающий хореограф. Она умудрялась как бы как-то энергетически так зарядить людей, что они просто знали, на какую точку прийти, не потому что там где-то футовая разметка, да, и все люди знают, что вот они сюда-сюда становятся, потому что огромное количество людей на сцене. Музыка Стравинского — это, ну, это все время сюрприз.
по драматургии, ты понимаешь, что ни в какой мизансцене ты не можешь остаться, вот, побыть. Не нужно. Он подстегивает все время, подстегивает. Дальше, дальше. И на хор была возложена огромнейшая роль. Мы должны были не отличаться от перформеров и от танцоров. Никто не должен был понимать, где танцоры, где артисты хора. И, естественно, костюмы помогали нас перемешать, чтобы никто не понимал, кто в каком статусе находится. Но одними костюмами ты не спрячешься. И поэтому пластические вещи, которые должен был делать хор, они осуществлялись путем больших тренировок, и мы много посвятили этому времени. Гости элевсинской мистерии, которые бесконечно перевоплощаются, да, оказываясь то тенями в Аиде, то богами Олимпа, то людьми, древними греками элевсинской мистерии, они все-таки должны были выглядеть очень погранично. И я очень, очень трепетно, очень волнительно мне было именно за этот факт. Аня скажет, ребят, ну не работает, убираем. И все Гошины идеи с первого дня, я просто когда получила первый его мудборд, я очень радовалась, я сказала, что здесь мы на одной территории. Да, так мы решили сделать. Девки? Они были, а сейчас нет. Мальчик, снимай очки. Как тебя зовут? Максим. Открывай глаза, Максим. Так, все сзади. Отходим. Там пришли. Мне очень радостно то, что мы смогли удовлетворить пожелания Стравинского и воспользоваться детским хором. И наше сотрудничество, которое началось на концертном исполнении симфонии Псалмов и Персефоны с детским хором «Весна», прекрасный детский хор. Мы получили соратников, которые преданы музыке, они готовы экспериментировать. Фразировки, с которой работают их хормейстеры, она полностью совпала с нашим представлением о созидании. Симфония псалмов решена очень минимальными штрихами.
То есть образом тайной вечери, на которой только не 12 апостолов, а дети, и крупный план лиц людей, плачущих либо смеющихся. Свечи, постепенная кривая, рисующаяся головами детей за этими столами, и больше ничего. Когда ты сам в себя не веришь, получается, что никто не может поверить и почувствовать энергию вот эту, что ты сможешь. И самое сложное было поверить самой, что все в порядке. Раз я пробую, раз меня уже как-то в этом видят, значит, это уже потенциально возможная история. Значит, нужно просто брать и делать, и пробовать, и не бояться. И вот этот момент был сложный такой, переходный момент. Когда уже я перешла вот этот момент, что вроде я успокоилась, и как будто бы я соприкоснулась уже с произведением и поняла, что масштаб преодолим. И вот с каждым этапом я прям сталкивалась с тем, что я от себя отсекала лишнее и преодолевала вот эти, опять же, сомнения, недоверие, лень, желание просто не идти туда, куда-то в новое. Я смотрела людей, никого не находила, я не видела кого-то, кто может делать такое. То есть, чтобы идеально совпало и умение говорить на сцене, то есть владение своей речью, такой хороший французский и возможность умения владения телом. Идеальная музыкальность, она вступает почти без маэстро, зачастую, потому что она знает, после каких аккордов она вступает. Она очень хорошо чувствует музыку. Она приходит, она приносит идеи. От чего я всегда в восторге. Мы вообще в Музыка Этерна Данс часто говорю о том, что мы делаем лаборатории, что мы с Настей Пешковой приносим какие-то идеи, предлагаем ребятам как-то в соавторстве их решать, то есть предлагаем какую-то мысль или метафору, или задание даем, да, где ребята сами что-то предлагают. Я ИСЛУ вот в этом ключе очень много предлагала сама решений, именно телесных. Ты просто арендуешь себя, отдаешь как бы себя в аренду со всеми этими навыками, знаниями, задачами от всех-всех-всех, и как будто становишься проводником, через тебя начинает что-то литься. И вот этот восторг, он ни с чем не описуем, потому что ты каждый раз проживаешь новую жизнь на сцене.
Смерть, без которой не бывает рождения. Конечно, уходящая под землю Персефона, которую хоронит практически весь честной народ. Вот этот момент, что когда приблизится, да, этот день или не должно быть страшно. Опускаясь в эту бездну, о которой она говорит, она без страха туда идет, с очень сильным принятием. Не потому, что я смирился, да, со смертью, а именно принял как факт, как дар, как возможность, как еще один уровень созревания этой души, еще один уровень зрелости. И пошел дальше, пошел дальше, пошел. Только в любви рождается что-то настоящее. В любви рождается ребенок, в любви рождается музыка. Так что фестиваль, он, с одной стороны, он дает, делает какой-то итог, а с другой стороны, он дает толчок на будущее.